Прошлую субботу мы делали чисто мужскую зарядку с гимнастическими палочками. Ну а сегодня мы с Юлей сделаем зарядку от Синди Кроуфорд. И, кстати говоря, в роли Синди наш очаровательный фитнес-инструктор групповых программ Кристина Шишова. Доброе утро. Кристин, доброе утро. Доброе утро. А вы занимались вот в 90-е по этим самым программам Синди Кроуфорд? Нет, к сожалению или к счастью, нет. Не было возможности, не было видеомагнитофона или просто не было еще программ таких в общественном доступе? Наверное, была слишком маленькая. Ну да. Да, это мы не учли этот фактор. Ну, а позже, когда вы уже ознакомились, смогли понять, чем хороши упражнения топ-модели? Да, да. Очень. Что она такого изобрела или скомпоновала таким образом? Ну, просто для того, чтобы поддерживать себя в тонусе, 10 минут в день, и, ну, как бы достаточно и отлично, если менять комплексы и подходы. Всего 10 минут в день, друзья, запомните. Звучит как реклама. Совсем немного. Сейчас покажем. Ну что, давайте покажем, да, переходим. Давайте, мои 10 минут в день уже наступят. Что делаем? Ну, для начала нам надо размяться, мы делаем вдох. Так, подводка у нас такая будет. Еще раз вдох. Угу. Хорошо. Голова, круг головы. Голова. Два. По минимуму. И влево два. И переходим к основному комплексу. Значит, изначально мы делаем присед. То есть обычное приседание вниз и наверх. Ноги на ширине плеч. Угу. Стопы параллельно, на выдохе наверх, угу. На вдохе вниз. Дышим правильно, на усилии у нас выдох. Угу. И мы немножко усложним и усовершенствуем ее комплекс. То есть мы садимся вниз и давим на колени, угу. Поднимаемся наверх. Для чего еще это раз вниз. То есть мы подключаем дополнительно руки, создаем давление и бедро сбоку подключаем. Так мы только садимся, у нас ягодичная. Угу. И то же самое мы продолжаем садиться, изнутри надавили. То есть бедро внутри подключить, силой давим, да? Не просто там коснуться, а силой надавить. А мужчинам тоже подходит такой комплекс упражнений? Конечно, конечно. Если вы хорошо работаете, то вы почувствуете свои мышцы. Отлично. То есть запомнили присед. Дальше мы делаем выпад. Угу. Одна нога впереди, сзади на носке. И мы садимся вниз и наверх. Вот здесь, вдох. Пожалуйста, правила техники безопасности. Да, объясните, у нас колено чтобы не выходит за носок. Все было сделано правильно. Угу. Колено стремится в пол. 90 градусов. Прямая. Ну да, то есть не выходим за носок. Не надо сильно сгибать. Еще вниз. И то же самое мы можем работать. Надавить. Угу. Наверх. Надавить. Снаружи. Наверх. Угу. На выдохе встаем, на усилие. И изнутри работаем. То же самое. Оп. Тянут живот у нас, да, спина прямая. Угу. И последний раз. И мы поменяем ногу. То же самое. Угу. Сзади нога на носке, мы садимся вниз, пока без рук. Наверх. Вниз, вдох, выдох на подъеме. Угу. Колено не выходит за носок. Тянут живот. И мы добавляем снаружи надавить. И отпустить. То есть мы должны чувствовать и напряжение в руке, да. Мы давим, у нас сопротивление. Угу. И изнутри. Угу. Выдох на подъеме. Вдох через нос, выдох через рот. Последний раз. Хорошо. И мы опускаемся на коврик. Так. Ну, теперь Игорь комментирует. Да. Давайте я буду комментировать все происходящее. К вам лицо. Без разницы. Опускаемся на локти. Локоть у нас под плечом. Носок на себя. И мы поднимаем ногу наверх. На выдохе наверх, вдох вниз. Колено пола не касается. Чувствуем напряжение в ягодице. Угу. Ягодицы зажаты. Втянут живот, мы в пояснице не проваливаемся. Уже чувствуется, нет? На выдохе наверх. Есть. Есть. Но действительно, ни разу в фитнес-залах не видел мужчин, которые занимались бы именно вот такими упражнениями. Ко мне ходят мужчины, поэтому... Ты там, пожалуйста, сверху не иронизируй. И для усиления, скажем так, упражнения мы добавляем рычаг больше, прямая нога наверх, угу, и до параллели с полом. То есть мы низко не опускаем, угу, выдох и вдох. Живот обязательно втянут. Напоминаю зрителям, что можно заниматься в любое время, выдох, в любом месте. Опустили даже ногу, вот, поменяли. В любой форме абсолютно. То же самое наверх, согнуто колено, пятка у нас потолок, на выдохе наверх, вдох вниз, угу, втягиваем живот. Хочется, ну так, для красоты носочек вытянуть, но для эффективности, да, нужно потолок у нас. Ножку держать клюшечкой. И выпрямляем ногу в колени, продолжаем выдох. Низко не опускаем, до параллели с полом. Ну как, Юля, чувствуешь напряжение какое-то в мышцах? Чувствую. Рада этому? Как раз в тех группах мышц, которые мы сейчас прорабатываем. Да, это основные крупные группы мышц, которые и проблемные, скажем так,
Последний раз? Хорошо, мы опустили ногу. Дальше мы работаем над руками. У нас упор на ладони, на полупальце. Если тяжело, мы опускаемся на колени, то же самое. То есть для продвинутых мы стоим. Так, на... что мы будем делать? Отжимания. Планку? Отжимания. Угу. Опускаемся вниз, на выдохе наверх. Давайте, девушки, раз 50 надо сделать. Без проблем. Это я не вам сейчас. Кристина, я знаю, что вы можете без проблем отжаться 50, может быть, даже 100. То есть стараемся ниже опуститься, грудью коснуться пола. Тянуть живот, мы в пояснице не проваливаемся. Угу. Еще пару раз. На усилий выдох. Хорошо. Сели на пяточки. Потянулись за руками, чуть-чуть отдохнули. 2 секунды. И мы еще немножко руки работаем. Уже ставим ладошки. Угу. Мы опускаемся вниз. Руки скользят вдоль корпуса. Тоже, наверное, трицепсы подключаются. Да, да, совершенно верно. Трицепс работает. На усилий выдох. Я представляю сейчас, как миллион девушек в Красноярском крае делают эти самые упражнения синхронно, вместе. Это такой флешмоб вообще красноярский. И мы будем работать на пресс. То есть для девушек это, мне кажется, более актуально. Это важно. Да. Хотя для мужчин, скажу вам тоже. Ну, зима на дворе, поэтому для девушек, наверное, сейчас это уже не очень актуально. А вот как же летом. Отпуск, если едешь в жаркие страны? Да вот говорят у нас только что отменяют рейсы, поэтому ехать никуда не надо, можно отдыхать здесь у нас. Ну тогда для себя, надо же всегда для себя выглядеть красиво. И для своего любимого, конечно. Ну да. Руки у нас за головой. С сомнением, сказала Кристина. Смотрим в потолок, на выдохе наверх, на вдохе вниз. У нас втянут обязательно живот, подбородок в потолок. Угу. Лопатки стараемся от пола оторвать. Угу. Напоминаю, что это зарядка от Синди Кроуфорд сегодня происходит у нас в студии. За шею мы себя не тянем. Вот у нас Синди тоже пресс уже качает. Да, вы прям все вместе она втроем. Она так прям агрессивно только это Синди, делает? Да, делает это гораздо быстрее. Угу. На выдохе наверх. Вся устала. Ты устала? Нет, она. Ноги поднимаем наверх. И опять же, чтобы усилить упражнение, мы поднимаемся наверх, надавить на колени. Опускаемся вниз. Надавить силой. Это для чего? Вниз. То же самое, чтобы пресс сильнее прочувствовать, руки подключить, ноги на себя давим. Угу. И наверх. Выше поднимаемся. Должно появиться какое-то жжение в мышцах пресса. Да, то есть мы должны чувствовать уже мышцы пресса. Даже я уже чувствую. Юля, чувствуешь? Конечно. Я просто не жалуюсь. А, ну хорошо, правильно. Это, по крайней мере, говорит о том, что у тебя есть пресс все-таки. Молодец. Последний раз. Хорошо, ноги опустили на пол. И мы над косыми работаем. Поднимаемся наверх, внутри надавить, опуститься вниз, поменять. Оп, на выдохе наверх. Поехали. Выдох. Немножко тут микрофоны мешают, но попробуем. Выдох. Втянуть живот. Обязательно. Всегда втянуть живот. На усилие выдох. И вдох расслабились. Угу. Еще пару раз. Ну, я чувствую, после таких занятий у нас вся редакция будет в идеальной форме физической. Потянули руки, ноги в разные стороны. Угу. И нижний пресс у нас. Ноги на подъеме, пятки в потолок. Мы отрываем таз от пола. Наверх, вниз, выдох и вдох. То же самое, живот всегда втянут. Угу. Мы не раскачиваемся, ногами мы не болтаем. А надо как-то сокращать мышцы таза, допустим, или вот поверхность нет. бедра? Только нет. прессом один? Да, работать. Мы прессом себя поднимаем, опускаем. Угу. Еще 2 раза. Ну что ты на меня так смотришь, как будто уже все... Пристрелите меня больше не могу. Все, давай, нет, давай, я смотрю на тебя с иронией, потому что у меня будет красивый пресс, а у тебя нет. И как это нет? Бока. То есть тоже проблема такая у девочек. Бока. Мы ложимся на бок. У нас рука на ладонь опирается. Вторая либо на талии, либо за головой, как удобно. Поднимаемся наверх. Локоть отрываем от пола. Выдох. Вдох. Так. Да. Угу. При этом всегда втянут живот. Мы следим за этим постоянно. Ноги пола не касаются. На весу постоянно. Вот да? в таком комплексе вдох. Упражнений, я думаю, что мужчина должен быть только созерцателем. Получать эстетическое удовольствие от всего происходящего. И от итога, да? Когда да. будет совершенная фигура. Перевернемся на другой бок, чтобы все было пропорционально, прокачано. Опора на ладошку, на талии или за головой. Поехали наверх. Выдох и вдох. Как удовольствие. Судожусь. Да? Ноги пола не касаются, не складываем их до конца на пол, локоть от пола отрываем. Угу. Вы посмотрите, Юля прям прямыми ногами все это делает, даже ни разу молодец, не согнула спортсмен колени. Вообще.
И еще три раза. Выдох. Последний раз. И мы перевернулись на живот. Спина у нас осталась. Ну-ка, давайте вот так, к вам лицо. Давайте. Мы вытягиваем руки вперед, ладони у нас в пол. Смотрим в пол. На выдохе наверх, на вдохе вниз. Выдох. Вот сейчас, по-моему, весь корсет на спине должен заработать. Да. И ягодично у нас подключается. Точно не будет сколиоза, по-моему, никакого. Смотрите, главное руками и ногами. Продолжаем. Я буду рассказывать. Пола не касаться. То есть у нас всегда мышцы работают. На выдохе наверх, на вдохе вниз. Угу. Еще два раза. Отлично. Последний раз, и мы остались. Угу. Наверху. Стоим. Максимально руки наверх, ноги наверх. 4, 3, 2 и отдыхаем. Это чтобы закрепить результат, да? Сейчас вы находились в подвешенном состоянии. Да, то есть мы постояли немножко, закрепили и отдохнули. Вот. И дальше у нас, возможно, растяжка, то есть чтобы расслабить мышцы. То есть на этом, в принципе, можно завершить разминку. Мне кажется, растяжка, она вообще даже, по-моему, меньше 10 минут она прошла, но тем не менее, спасибо большое. Кстати говоря, после таких занятий можно потом с легкостью сдать нормы ГТО? Да, да. Точно? Я сама пробовала и пресс, и отжимания, и прыжок в длину. Честно. И как получили значок? Все на золотую. На золотую, да. На золотую медаль уже. Ну да, то есть там какой-то золотой значок или золотая медаль, да. Спасибо огромное вам, Кристина, за очередной визит в нашу утреннюю студию в субботу, опять же. Напомню, у нас в гостях была наш персональный, уже можно сказать, фитнес-инструктор групповых программ Кристина Шишова. Спасибо. Сегодня у нас была 10-минутная разминка от легенды модельного бизнеса Синди Кроуфорд. Спасибо. Ждем с нетерпением. Спасибо. Всего доброго.